Привет всем высшим. Ну что ж, пока мы разбираемся, что в очередной раз нам сломали разработчики в новом обновлении, давайте я вам покажу свой новый дом. И мой новый дом находится справа от завода Ядеркулы. И на самом деле не так далеко от ржавой кирки. Телепорт туда будет стоить всего 4 крышки, что в принципе довольно неплохо. Да и добежать тут не так далеко. Что ж, а тут у нас будет небольшое отступление. Вначале я планировал сделать небольшую пристройку к существующей уже локации с двумя NPC и заборами. Но потом, по ходу дела, как я начал строительство, моя крыша не работала со стеной, точнее стена высовывалась из-под крыши, такой угловатой. Поэтому, да, недолго думая, мне пришлось увеличить территорию фундамента, ну и самого дома. Но, как по мне, результат даже стал лучше. И, кстати, мой новый дом можно заметить, если двигаться от Ядеркулы прямо по дороге. Что ж, давай попробуем его найти. А вот, собственно говоря, и он. Возможно, не самый заметный, и мост, если честно, стоило бы починить. Но, что ж, зато у нас тут постоянно сидят два рейдера. Правда, один из них иногда застревает в этом торговом автомате, но, с другой стороны, в этом есть свой шарм. Я имею в виду не когда он застревает, а когда они тут стоят. Этот покуривает иногда, а вот эта вот дамочка... Да, мне пришлось проверить, чтобы точно сказать. Кажется, что-то тут убирает. Правда, у нее выходит, судя по всему, не очень-то и хорошо. А снизу у нас такая вот свалочка. Можно было бы там сделать огород, но я подумал об этом только сейчас. Что ж, давай посмотрим главную часть здания. Как видишь, здесь у меня генератор вместе с торговыми автоматами, а здесь все мои верстаки. Я вообще использовал разную высоту фундамента, и, как по мне, получилось очень даже неплохо. Что ж, а некоторые объекты были уже до меня, включая вот этих двух рейдеров. И, конечно, в этом есть свой шарм. Кстати, вот новая раковина, которую мы получили по новому сезону. Так, а вот сама комната. Если честно, ее обставляла моя девушка, так что в ближайшее время я боюсь, что переехать не смогу. Но в любом случае, оцените декор. И да, обязательно напишите, что думаете в комментариях. Что ж, и чтобы видео получилось не слишком коротким, давайте я вам покажу пару трюков, например, с разной высотой фундамента. Хотя, если честно, мне так кажется, что я в каждом своем ролике это показываю, ну ладно. Что ж, например, мы можем приставить сюда фундамент, а точнее нет, мы не можем, потому что у нас здесь есть такой вот заборчик. И, кстати, этим вполне можно себе пользоваться. Сейчас мы, может быть, даже удастся поставить еще один фундамент, но да, получилось отлично. Смотри, у нас теперь есть вот такой вот фундамент рядом с нашим еще одним фундаментом. И после этого мы ставим вот такую вот стеночку. И смотрится, как по мне, это вполне себе неплохо. Особенно если опустить фундамент и сделать, например, вот эту стену под вот этим вот самым забором. Если приловчиться и у нас должная высота, то это вполне можно сделать. А здесь мы, например, можем поставить огород. Почему бы и нет? Сделать небольшой огородец прямо у себя рядом с домиком. Поставить тут уже заборчики. И это вполне себе неплохо будет смотреться. А тут у нас будет какая-нибудь лесенка. Но опять же, это все зависит от вашего воображения. Что ж, и раз уж у нас зашел разговор, давайте поговорим о последнем обновлении. В целом обновление мне понравилось. Испытания ежедневные делаются крайне быстро. Например, вот легендарные противники. А вроде бы геморно, но я просто пришел в ярмарку округа Тайлер, и там вечно крутятся события с тремя легендарными волками. Оно почти постоянно там повторяется. А если говорить об автомате с патронами, вокруг которого было довольно много хайпа, то мне он кажется довольно неудобным. Да, с одной стороны, выглядит он неплохо, но он принимает только определенное количество патронов. Например, у меня сейчас есть 1147 патронов 10 калибра. Все остальное я уже выкидывал бесчисленное количество раз, но сейчас я могу закинуть только 23 патрона в этот автомат, ни больше, ни меньше. И это, конечно же, довольно неудобно. Но, может быть, потом они как-то это все изменят.
А возможно, я не умею им пользоваться, что уж тут. А на этом, пожалуй, будем заканчивать. Я надеюсь, ролик получился не слишком затянутый. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. И да, пока-пока. И до скорого. Берегите себя и своих близких.